Отже, повертаємося до студії першого ділового. Діловий ранок триває. Я нагадаю, що сьогодні наш гість – це Павло Крапівін, незалежний фінансовий експерт. Вітаю вас, пане Павло. Вітаю, доброго ранку. Дякую, що завітали до нашого ранкового ефіру. Я зазначу, що далі ми будемо говорити про купівлю Укрпошту Альпарі банку. Спочатку я зауважу, що такий розвиток подій анонсувався ще у травні, хоча сама заява про купівлю Укрпоштою банку виявилася досить несподіваною, адже раніше мова йшла про перетворення поштового оператора на банк. Але як ми знаємо, документ ухвалили у першому читанні, і далі справа не пішла. Більш того, фахівці від самого початку називали таку ідею небезпечною, ризиковою та витратною для держави і для громадян. Тож, пане Павло, на вашу думку, все ж таки, у чому полягали ризики так званого поштового банку? Можете нам тут роз'яснити? Самое главное не в том, что создавался почтовый банк, а в том, как он создавался. Те планы, которые были и у руководства Укрпочты, то, как это было представлено в мае 2020 года на рассмотрение Верховной Рады, фактически ставили Укрпочту в статусе банка вне банковской, нормативной базы банковской системы Украины, которая сложилась на данный момент. То есть получалось, что это и некоммерческий банк в полном смысле этого слова, и назвать его государственным можно только исходя из формы собственности. Соответственно, к нему нельзя было применять стандартные нормативы. То есть фактически это привело бы к необходимости для Национального банка создания некого уникального типа банка с точки зрения нормативов, с точки зрения мониторинга, контроля текущей деятельности, надзора, который бы совершенно бы не укладывался в ту систему, которая сложилась на сегодня. Я прекрасно понимаю мотивацию, в первую очередь, Национального банка, потому что это реально дестабилизация всей системы. Вот. И, конечно же, если мы говорим про конкурентную среду уже со стороны коммерческих банкиров, то мы получаем какого-то игрока, который не подчиняется общим правилам, которым подчиняются все остальные. Давайте далі ще будемо уточнювати це питання. Зокрема, от відомо, що регуляторі бачили такий ризик для конкуренції та відмивання коштів через такий банк. Що ви скажете про це? Когда мы говорим об отмывании денег в украинских реалиях, мы говорим про службу внутреннего финансового мониторинга и про ее контроль, сначала внутренний контроль, потом внешний уже со стороны госфинмониторинга. И все прекрасно понимали, что наладить, что у банков ушли годы, банки заплатили достаточно много санкций, практически никто не обошелся либо без предупреждений, либо финансовых санкций в процессе становления. И, соответственно, если мы говорим про реальность Укрпочты на сегодняшний день, на это бы ушли годы, и количество операций, которые прошли бы либо мимо финмониторинга, либо вылились бы в огромные штрафы при последующих проверках. Но вот как бы причина того, что Нацбанк обозначал и вот этот риск как основной. Хотя я скажу, что да, это очень существенный риск, но он далеко не единственный. Рисков было намного больше, начиная от организации службы инкассации полноразмерной, потому что на сегодняшний день этот сегмент достаточно жестко регулируется, и его регуляция только усиливается. Вот. И правила по внешнеэкономической деятельности, я совершенно не представляю, как такой бы псевдобанк мог вести полноценное обслуживание клиентов по валюте. Вот. А валютный контроль, мы знаем, это второе после Финмона поле для нарушений, злоупотреблений і последующих санкцій со стороны проверяющих органів. Зрозуміло. Пане Павло, давайте тепер будемо більш детально говорити саме про вигідність та переваги купівлі такого банку. Ви самі зазначили, що тут сумнівна дещо його конкуренція наряду із іншими банками. Зокрема, я ще додам, що це найменший банк в Україні з активами, має статутний капітал всього 200 мільйонів гривень. І якщо подивитися на показники збитковості за три квартали року, то цей актив, він дійсно не стане таким, знаєте, тягарем якимось таким дуже проблемным банком. Если позволите, я сделаю шаг назад и скажу, что для того, чтобы на сегодняшний день ситуация по сравнению с маем даже этого года, мы вообще живем очень в динамичном обществе, на сегодняшний день, и она кардинально изменилась. С 1 августа вступил в силу закон о платежных системах, и финансовые компании получили, да, понятно, все это заработать только в 2022 году, с 1 августа 2022 года. Да, я понимаю, что решение принималось Укрпочтой до того, как этот закон был принят, но на сегодняшний день финансовые компании на 99% закрыли бы те потребности, которые Укрпочта обозначала как ей необходимые для полноценного развития как финансового учреждения. Специально говорю не банка, а финансового учреждения. Возвращаясь к конкретному кейсу с Альпари. Я вот выступлю в защиту все-таки этого выбора, поскольку этот банк самый простой с точки зрения аудита, самый простой с точки зрения оценки. Мы понимаем, что для приобретения будут расходоваться государственные деньги. И ко мне неоднократно обращались потенциальные клиенты на приобретение банка.
И когда ты работаешь с частным инвестором, с частным капиталом, ты смотришь в первую очередь на показатели, на то, как этот банк подходит под те цели, которые, те задачи, которые есть будущих покупателей. Они работают частными деньгами. Здесь же, когда мы говорим о использовании государственных денег, а других у Укрпочты нет, то, соответственно, на первую очередь становится прозрачность сделки, справедливость оценки, отсутствие, назовем так, грехов прошлых периодов. С этой точки зрения, более простого банка, чем Альпари, в Украине не существует. 9 миллионов кредитного портфеля, 244 валюта баланса, в целом выполняет все нормативы, да, на грани, да, убыточные, но 97 миллионов из 244, 97 – это облигация госзайма на балансе. Вот, поэтому вот с этой точки зрения я бы говорил о том, что это самое очевидное с точки зрения приобретения. А что нужно было Укрпочте? Нужна была лицензия. Вот. Когда мы подходим к тому, что по поводу тендера на поиск банка, аудит, который выиграла КПМЖ, ее стоимости, также предварительных переговоров о цене банка, да, это второй вопрос. Но это уже вопрос стоимостных переговоров. Вот. Мы однозначно не владеем всей информацией полной, чтобы судить о том, это дорого, дешево. Угу. Ви говорите, що будуть використовуватися державні кошти, про яку тут суму йдеться? Ну, речь шла 260 миллионов гривен. В общем-то, это коррелирует с теми переговорами, которые велись покупать потенциальными покупателями на протяжении последних 5 лет с этим же банком. Я знаю 4 человек, которые говорили мне о том, что они уже купили этот банк. То есть не просто хотим купить, да, мы уже купили. То есть они настолько глубоко продвинулись. Безусловно, этого не происходило. Это было несколько опережающее, скажем так, заявление в приватных беседах. Но они настолько, это говорит о том, что они настолько глубоко продвинулись в переговорах, что они уже считали, что они подошли непосредственно к финальному дью-дилу и сделке. Соответственно, разговор о том, что Альпари там стоит на продаже, он не абстрактен, это действительно так, но и мы видим это по динамике развития банка, точнее, по ее отсутствию. Вот. То есть банк статичен, он находится в том же простом, понятном состоянии для любого аудита и дью-дила, вот, и для любого потенциального покупателя. А ця сума 260 мільйонів, як ви її розцінюєте, за мала, за велика? Вы знаете, для того, чтобы говорить о справедливости цены в условиях рынка, мы должны понимать, какое другое предложение есть на рынке. Такого банка аналога нет. Простого, прозрачного, где весь капитал находится в активах, которые элементарно аудируются, где половина баланса находится в облигациях госзайма, еще 80% от остатка находится в бумагах, которые рефинансируются НБУ. То есть 9 миллионов кредитного портфеля, из которых там 7 с хвостиком – это юрлица, они анализируются за 3 дня. Такого аналога нет, поэтому говорить дорого или дешево невозможно. В целом, я считаю, что это примерно в рынке. Зрозуміло. Давайте от ще хочеться, пане Павло, для більш детального розгляду цієї теми поговорити все ж таки про ще деякі ідеї, да, саме ризики, які криються в купівлі Укрпошти цього банку, тому що це буде, якщо НБУ погодить цю угоду, цю купівлю, цей банк стане 5-м державним в Україні. Але давайте візьмемо до уваги, що за кількістю, наприклад, клієнтів Укрпошта зараз поступається Приватбанку, Ощадбанку. Наскільки все ж таки реально ця перспектива, цей банк Укрпошти, він буде в себе виправдовувати і щодо зиску для споживачів саме? Я разделю ваш вопрос на несколько. Первое – это доля госсектора в банковской системе. Мы прекрасно знаем, что она и так у нас избыточная, она превышает половину рынка. Это недопустимо для любой страны, которая говорит о рыночной экономике и рыночной финансовой системе. Поэтому и направлены все усилия руководства на приватизацию Приватбанка, на вход Международной финансовой корпорации в Укргазбанк, та же самая вход в Ощад и так далее. При этом покупать еще один госбанк, ну, создавать, скажем так, потому что покупка лицензии, создание банка будет происходить, я разделяю два вопроса, покупка лицензии и создание реального банка. Вот. Это, безусловно, с точки зрения макроэкономики, абсолютно не нужно, бессмысленно, и у меня нет аргументов за. Вот. С точки зрения того, что много клиентов, давайте смотреть не на количество клиентов, а на их качество. Укрпочта на сегодняшний день обслуживает наименее рентабельный с точки зрения банкинга при любой банковской модели, которую бы мы ни рисовали, сегмент рынка. Она выполняет реально социальную функцию. Я не очень понимаю, почему Укрпочту пытаются сделать рыночным игроком. Она априори проигрывает рынку. Мы это видим. Новая почта... На вашу думку, чему? Вы говорите, я не разумела. Все же таки есть припущення? Действительно, чему? Для того, чтобы Укрпочта стала игроком похожим, я не говорю, догнала, вот берем, давайте там новую почту, да, как ближайшего, не то что конкурента, а уже
скажем так, обогнавшего конкурента, необходимо две вещи. Это четкое понимание стратегии развития команды, которую ее будет имплементировать, и капитальные вложения. Потому что мы понимаем, что на протяжении всего периода независимости Украины в Укрпочте деньги не вкладывались аж никак. Угу. Вот. Она выполняла социальный фонд, как пенсионный фонд. Да? То есть это был придаток фактически пенсионного фонда. Вот для меня, как коммерческого банкира, может быть, я говорю неправильно с юридической точки зрения, но с точки зрения потребителя и с точки зрения коммерческой составляющей, то есть зарабатывания денег, это абсолютно социальная организация. И попытки продавать печеньки в отделениях, ну это... Я навіть не знаю, як це назвати. Зрозуміло. Отже, пане Павло, на завершення нашої розмови ще от є такий пункт стратегії розвитку Укрпошти. Його озвучив Ігор Смілянський. Тут йдеться про залучення, я зачитаю, крутого міжнародного інвестора в капітал Укрпошти на частку 25% плюс. Про якого тут міжнародного крутого інвестора йдеться? Наскільки це реально і за яких обставин? Почему-то, когда мы говорим «международный инвестор», почему-то наши взоры постоянно обращены в сторону Соединенных Штатов или Европы. Так. На сегодняшний день единственный путь развития, успешный потенциально, для Укрпочты – это тот путь, которым идут страны быстрого развития. Это надо смотреть на Индию, Вьетнам. Китай даже не будет примером, он уже прошел этот путь. Как ни удивительно, это Казахстан с Caspian KZ. Основная идея – это агрегация целого комплекса услуг, которые еще даже два года назад нам не приходили в голову. То, что сейчас демонстрируют с разных сторон, к этому идет розетка, и к этому идет новая почта, если брать кейсы нашего рынка. Это гибрид маркетплейса, финансового учреждения, обязательно расчетного центра. Вопрос, нужен ли для этого банковская лицензия, сейчас еще нужна. С 1 августа 2022 года банковская лицензия для этого, я вот заявляю, что абсолютно будет не нужна, и на базе лицензии финансовой компании можно будет развивать именно ту модель, о которой я говорю. И только с помощью комплексности услуг, с помощью предоставления всей возможной гаммы, даже шире, чем я сейчас озвучил, значительно шире, за год возникнет еще, мы живем настолько в динамичном мире, что то, что я говорю, это там, может быть, даже уже не актуально, это может полугодичная, годичная давность. Но тем не менее, вот я думаю, что господин Смелянский именно это имел в виду. Я не могу оценить, 25% достаточно, недостаточно. У Укрпочты, безусловно, есть свои преимущества. Надо понимать, что на сегодняшний день Укрпочта находится в полностью конкурентном поле. И не надо анализировать ее вот, там, достоинства. Посмотрите в сравнении, здесь нужно именно там, свод-анализ в сравнении с ближайшими конкурентами. Я считаю, что если ничего не предпринимать, и здесь Смелянский абсолютно прав, что нельзя ставить ситуацию как есть, она развивается эволюционно. Через 3 года Укрпочты не будет. Зрозуміло. Тобто ці кроки, вони необхідні для того, аби існувала Укрпочта. Надалі і розвивалася. Или прийняти рішення приватизації Укрпочти і продажі її місцевим і внешнім ігрокам просто по частям. Ну тоді, опять же, возвращаясь, повністю соціальна функція Укрпочти буде нівелірована і уничтожена. Так. Отже, пане Павло, дуже дякую за роз'яснення цієї теми, за ваші відповіді. Нагадаю, що сьогодні наш ранковий гість – це Павло Крапівін, незалежний фінансовий експерт. На цьому ще не все. Діловий ранок триває. Залишайтеся з першим діловими надалі.